Мне же интересно, чем заканчивается игра. Вот решил доузнать. Точнее, тут осталось пару загадок, в принципе. Вот и меня волнует, как же это проходить. Так, а сколько она поворотов делает? Так. Га. Так. Ага. А кнопки вообще кликабельные или как? Ага. Так. Не, они, по-моему, не кликабельны ни разу. Так. Но как это нажимать, для меня полная загадка. Да, вот они открываются. Но внутри они не крутятся, то есть я не могу не покрутить ничего здесь. Все равно одна. То есть я не могу больше одной открывать. То есть вот она внутри, да, допустим. И здесь больше ничего нету. Ладно. Привет, как дела? Нормально, хорошо все. Так, ну вот вторая оборотная сторона. А, вот оно как. А, вот оно как. Понял, сейчас сделаем. Так вот. Так. Ага. Так, нам надо найти боковую сторону еще. Так. О, верхняя. Ага. Так. Ага, вот она вернулась. А как она вернулась? А, то есть мы ее развернули в ту сторону. Вот так вот надо бы, да? Да. Угу. Надо найти верхнюю. Так, верхнюю. Вот это, по-моему. Так. Эти. Во. Вот так вот, по идее, должно быть. А, не-не-не, надо углубление найти. Так, то есть, вот так должно быть. Ага. И теперь нижнее с углублением найти. Вот она. Как-то ее надо развернуть. Сейчас. С последней, конечно. О! И теперь ее развернуть. Во! Разгадал эту загадку. Так, найден предмет. Красный драгоценный камень с металлической пластинки. Угу. Я хочу разгадать все-таки загадки. Это, по-моему, последний уровень. И нас здесь больше ничего не ждет. У нас появилась лупа. И здесь красный камень должен быть, да? А, нет. Красный камень должен быть здесь. Так, а нам на территории... Так, что мы видим в линзе? Го. И что это такое? А с этой стороны? С этой стороны нельзя ничего смотреть.
Так, а это можно таскать, да? То есть это маленький пазл. В чем его идея, правда? Пока еще не понял. А, искать точки, где должен быть кристалл. Да, понимаю. Если я все правильно понял, то... Сейчас мы это все разложим. Только в какой последовательности они должны быть там? Как они должны здесь быть? Это загадка. Это загадка. То есть, ну вот в этих местах нигде ничего нет, да, прорези? То есть нет такой затеи. Видимо, какая-то должна быть схема. Так, зеленый драгоценный камень. Хорошо. А, забираем их от снизу, я понял. Все, все, догадался. Хорошо. Ну все, тогда изи. Так. Забираем желтый камень. Угу. И теперь забираем синий камень. Ну, это легко. Просто сюда. Хорошо, у нас есть кучка разных камней. Теперь понять, в каком последовательности, точнее, в какой последовательности они здесь лежали. Или это не имеет никакого значения? Хотя, мне кажется, имеет значение. А может быть, не имеет. Хуй его знает. Ладно, посмотрим. Да, блин. Сюда. Ага. То есть мы сможем... вот оно что меняет. Вот. То есть там какая-то хрень должна быть. Мы должны собрать из этого что-то. О, выглядит она, конечно, не очень. Синий. Ага, хорошо. Синий. Так. Ага, то есть, по-моему, надо поменять их местами. Так. Может быть, это ничего не меняет. Кто его знает? Вот эта вот цветовая. Это, конечно. Тут какая-то... Что-то из чего-то должно. Хрен его знает. Вот просто не знаю, что здесь должно быть. И как это должно работать. А, должно быть. Понял. Так, а кристаллы отсюда могут забирать? Так, красный остается. Да-да-да-да-да, я видел. Тут такая вот бесконечная, типа атома должна получиться. Ну, какими цветами они должны быть? И какая должна быть? Как понять, какой из них какой? Что там такое? Это я понял, только с какой последовательностью... Здесь должна быть какая-то подсказка. Какую последовательность ставить? Явно должна быть. Хоть поздоровайся нормально, а тот бедлам херского слышно было. Да-да-да, привет, Кирюх. Так, надо определить последовательность цветовую гамму. Только здесь никаких цветов, кроме цвета стола, просто нет. Понять, какой нужен здесь цвет, достаточно сложно. Типа метод проб и ошибок. Метод, точнее, проб ошибок.
Красный, желтый, синий, зеленый. Синий. Красный, желтый, синий, зеленый. По идее, так должно быть. Нет. Ну, почти. Я вижу, вот эта вот хрень сверху, которая у меня нарисована, должна быть. Ну, что-то похоже уже получается. Но... Желтый, синий можешь поменять. Сюда синий, сюда желтый, может, так она должна быть. Бля, ну с цветами здесь, конечно, хардкор. А, то есть другая схема получается, да? Да, по-другому. Нет, все-таки синий остается. Так, желтый, значит, здесь зеленый. Зеленый, а здесь синий. А под таким ракурсом. Бля, еще какая-то билиберда. Значит, все-таки не такая последовательность. Зеленый, синий. Здесь больше похоже на правду. Это больше похоже на правду. Так может быть. Так. Чего я еще не пробовал менять? Например, желтый. О, угадал. Не пробовал эти менять и... Отлично. Лабиринт. То есть нам дадут шарик или алмаз в данной ситуации. Мы должны его до конца докрутить. Окей. Как крутить? О. Так. Так. Продолжаем. Нет, вряд ли. Давай здесь. Нет. Так, тут есть законченные ходы, то есть нельзя из них выйти. Ага. Ага, то есть у нас появился вариант здесь пойти. Ага. Так, здесь пока не выйти. Так. Отлично. Так. Такое ощущение, что мне прям сюда надо. Ага. А здесь же нет выхода. А, нет, есть прямой выход. Здесь есть прямой выход. Вот он. Значит, надо с той стороны заходить. Значит, с той стороны пойдем. Так, окей. С той стороны сверху идти надо. Так. Пойдем с той стороны зайдем. Угу. Тут один выход, да, всего лишь? То есть тут... Как ни крути. Так, пойдем туда. Вот он выход. Вот на него надо ориентироваться. Ага. Так. Так. Ага. Надо проследить. Ага, мне надо как-то вот на эту попасть площадку. Так, сюда.
на нижнюю я попадаю как-нибудь через... А, она так далеко носится. Нет, я не попадаю на нее. Значит, есть вариант здесь прорваться. Или нет. Блять. Ты был близок. Так. Ладно, попробуем все-таки со стороны с этой зайти. Может быть, что-то как-то и прокатит. Так. А у этой херни только один вариант, да? Типа. Только один ход, да, получается? Только один ход. Так. А эта херня тоже один ход. Бля, ну это пиздец. Все. О. Что это такое за наркотики? А. Ага, хорошо. Блять. Чуть-чуть полегче, да? Мать твою. Так. Так, мне по идее. Мяу. Почти. А, ну... Ладно. Ну, это было попроще уже. С этой стороны как-то легче идется. Так. И на фоне чего мне... А, во. Так. Нифига себе. Все, что ли? Игра пройдена? Вы прошли испытание. Надеюсь, вы не расслабились, ведь дальше будет сложно проходить тесты. Вы сделали первый шаг в долгом путешествии. Не вижу никакого смысла скрывать правду о нашем положении. Пути назад нету ни для кого из нас. Теперь вы в ловушке, как и я. Ступайте смело, мой друг. Впереди еще много комнат. Да, вот так вот. Вот мы и прошли игру. Класс. Мне понравилось. Ну вот, теперь я могу вас спокойно отпускать. То есть я наконец-то прошел ее. Ну, короткая. Блин, осталось-то чуть-чуть. Надо было... Если бы не стрим второй, то, думаю, прошли бы быстрее бы. Да, и все. Все, полное прохождение игры. Все, пойду я отдыхать. Теперь на этом точно отпускаю. Я свободный.